Привет всем! Сегодня будем готовить лимонные кексы в силиконовых формочках. Для приготовления нам потребуется 1 стакан с верхом пшеничной муки, 1 стакан сахарного песка, 2 яйца, половинка лимона и чайная ложка пекарского порошка. Разрежем половинку лимона на мелкие кусочки. Лимон нужно будет измельчить в блендере. Обязательно нужно выбрать косточки, если они будут попадаться. Мне пока вроде бы не попалось. Все, лимончик мы разрезали. 0,5 стакана сахарного песка вместе с разрезанным на дольки лимоном мы поместили в чашу блендера. Теперь нужно все хорошо взбить. Взбиваем все до однородной массы. Так, ну все. Возьмем достаточно большую миску и поместим лимон с сахаром в эту миску. Сюда же добавим оставшийся сахар и 2 яйца. И хорошо все перемешаем. До однородной массы. При этом будем постепенно добавлять муку и также вымешивать вместе с мукой. И поместим наш разрыхлитель. Так. Так. Еще чуть-чуть. И тесто будет готово. Все, тесто у нас практически готово. Так. Все на этом. С тестом мы закончили. Теперь тесто нужно разлить по силиконовым формочкам. Разливать нужно очень осторожно. Наполняем формочки, оставляя чуть-чуть места от края. Потому что кексы будут подниматься.
Аналогично заполняются все остальные формочки. Теперь нужно разогреть духовку до 200 градусов и выпекать лимонные кексы в течение 15 минут. Итак, прошло 15 минут, и наши лимонные кексы наконец готовы. Теперь нужно подождать немного, чтобы они охладились, а затем достать их из силиконовых формочек. Итак, кексы немножко остыли, я их достала из силиконовых формочек. Пора пить чай вместе с такими вкусными и ароматными кексами. Приятного всем аппетита!